Ну давай, чё ты, прыгай. Я ничего там не вижу наверху. Опять какой-то зажопный, блин. Когда мы уже к свету выйдем? Так, тут щель. Тут ничего нету. Так, давай. Пролезай. Так. Так, а что ты здесь? Подобрать, что ли, могу? Не понял. Нет! Сжигай, говна, ря. Горите! Горите! У-у-у, какой фиг он стал вообще? Нормально. Ну, горит, значит, хорошо. А вот шприц мы сейчас используем. Это очень. Это правильное решение было, я вам скажу. Пора теперь нет. Хорошая вещь, только жалко почему-то одноразовая. Но мощная, я вам скажу. Так сказать, всегда ваншотит. Ловушек никаких. О, детальки! Да. Детальки, пожалуйста, дайте мне какие-нибудь еще. Офигеть, ничего нету. Ладно, ничего вроде нет. Так. Давайте хотя бы простые такие растяжечки. Они мне нравятся. А, это наши там палят. А, растяжки нравятся тем, что их легко обезвреживать. Так, прежде чем спустимся, давайте глянем, что мы можем сделать. У нас всего три детальки. Вот, смотрите, мы можем сделать ослепляющий, я так понимаю, и гарпун. Что будем делать, как вы думаете? Так, давайте ослепляющий сделаем, и все, на этом пока. А, все, теперь я спрыгнул, да, там ниже. Так, а что тут у нас? Kidman, you there? О, да. О, да. Патрончики. Патрончики. Радуйся. Так, здесь вроде ничего не должно быть. Чё ты залезть не можешь? Да блин, ты чё гонишь? Давай! Залезамбо делай. Контрольная точка. Па, фига тут. Детальки, да, детальки. Как я вам рад. Пока не будем деталь тратить. Ну, спрыгиваем, да? Так, оборачиваемся, смотрим, вроде ничего не видим. Так, ладно. Держитесь. Какого хрена, блин? Говнарь. Ёп. Патроны только трачу на них. Ну чё, ща я иду, подождите тут. Собирай. Ёп, смотри, как жиробас. Ах ты, тварь. Давай. Да попади ты уже. Долби. Урода. Сжигай, падлу. Все, отлично. Так, ну что у нас тут? С этого жиробаса где? Да ладно, где он? Че, не упало, что ли, ничего? Да, вы гоните. Просто смеются над нами уже. Даже с этого упало. Так. Так, а чё, реально с него ничего не упало? Блин, а, вот, стоп, а, нет, это его подлечить нужно. А, будь здоровым. Так, ну чё.
что делать? И чё? It looks like the door's locked from the other side. Sebastian, maybe we can lift this enough for Kidman to go under and open it from the other side. We're counting on you. Да, сейчас поможем, давай. Тяжело держать. Давай быстрей. Let's get going. Ага, пошли. We should go. Так, втроём. Втроём веселее. Почему-то я только идти могу. Это значит, что сейчас будет какая-то кат-сцена. I'm glad так. You're both all right. It's odd, though. Why would they catch you instead of just killing you? Maybe he didn't see me as a threat. Да. Ой-ой, ну говорю, сейчас хрень начнется. О нет, это я, тварь. Покажу, блин, уроды. Бред всякий происходит. Контрольная точка. Да ладно, что, открыть нельзя? Да вы чё, совсем уже поржать решили? Так. Опа, очки, у нас тут зеркальце. И почитать. Детектив Себастьян Костелонс, детектив Майра Хэнсон. Счастлив пригласить вас на торжество по случаю их свадьбы в субботу, 17 сентября 2005 года. В полдень. Отель Варанда. Носите после... церемонии фуршет. Ну, в принципе, какая-то... Не желаешь развлечься? С манекенами. Так, ну чё. Ну ладно, давайте пойдем. Хотя, послушайте, за... А, да-да-да-да-да-да-да. Сейчас мы быстренько сгоняем. Да. Я тебя отыметь забыл. Так. Ух ты, газету почитать можно. Возмутительное обвинение. Прихожане Фернандо Кабрера, исчезнувший 8 лет назад, найден в психиатрической больнице Маяк. Утверждает, что местная церковь была культом. Маяк. А вы знаете, что такое Маяк? Это то здание, которое, помните, мы видели еще в начале игры. Ну, как сказать, в начале, там вот, когда мы... Все это произошло странное. Мы его видели вдалеке. Какую-то башню. Какой-то дом. Так, я забыл уже. Так, у нас здесь есть, смотрите-ка, патрончики. Так, минус один ключ и голимая банка. Фига, 5000? Хорошая баночка. Так, здесь ничего не можем. Здесь можем. Где мы еще открывали? Все, да? Так мало открывали, а это что закрыто, почему? Вот. А, и, типа, наверное, мы уже там все взяли. Так, ну что, прокачиваться будем? Сколько у нас? 11 тысяч. Маловато, потому что сейчас уже там цены просто зашкаливают. То есть зайти наконец-то можно, а раньше нельзя было. Так, ну что, 11 тысяч нам уже намекают. Ну давайте посмотрим, в первую очередь, давайте качнем, может быть, урончик. Или объем. Ну, сейчас глянем. Итак, оружие. Смотрим у нас на дробовик. Что у нас идет? Множитель урона. Емкость магазина. И смотрите, запасы мы можем. Патроны на дробовик. Офигеть, мы качнули тут. 4 из 5. Спички, болты, огонь не надо качать. Ладно, давайте качнем множитель урона на 8000 на пистолет. Всего 2,5. Так, ну что, давайте. Джблямки мне. Все, теперь на... С
скорострельность, емкость магазина. И подождите, у нас по запасам что там? Патроны для пистолета. Плюс 5. Берем. И на 500-ку нам уже ничего не купить, кроме как увеличить максимальный носитель запаса гранат. Покупаем. Все, у нас по нулям, друзья. Впервые у нас по нулям. Ладно, ну зато качнулись. Так, итого у нас получается сейчас будет 20 пистолет. Это у нас... мы не емкость магазина, мы общую емкость все-таки качнули. Так что у нас это выходит... Блин, надо бы шприцы еще качать. Точно. Не гранаты, а шприцы. Блин. Ну ладно. Так, ну что. Давай, погнали дальше. Так. Наконец-то растяжка. Подождите. А! Так. Нахрена я поджег. Я думал, они живут. А кто меня... А, о, патроны. А кто им палит-то? Ха! Ой-ой-ой! Удар я, удар он. Ну, урон по-любому качать нужно. Ё-моё, посмотрите, шприца. Не точно надо было качать шприц. Ладно, знаете, что я подумал? Давайте лучше используем. Естественно, лучше полное здоровье и плюс один шприц. Чё его оставлять? Зачем? Правильно? Ну, не зачем оставлять. Так, наконец-то. О, спички. Ну, хоть что-то. 4 штуки. Подождите, а чё тут можно... А типа с ней что-то будет, да, если я подожгу? Ну ладно. Что я сделал-то? Так, а у нас же детали. Не может это не радовать. Две детальки. Того у нас уже 5 их, по-моему, да. Так, отлично. И пистолетик. Это очень круто. И давайте-ка... Ага, вот это мне масляное пятно вообще не нравится. Так, подождите, а это у нас получается гранаты уже из 4. Это круто. Так, смотрите, что мы можем сделать. Мы можем... Давайте, знаете, мне нравится... Так, другой болт. А как узнать, что это за болты? А, вот ядовитый взрывной, во. Блин, дорогой, а. Электроболт можно сделать. Мы можем сделать либо 2 ослепляющих, либо... зажигательный. И все. И получается у нас так, на гарпун. Так. Один ядовитый. Вот так надо менять. Смотрите, один есть. Смотрите, один замораживающий даже есть. Подождите-ка, ну-ка, стоп. Или нету? Да, один у нас есть все-таки. А, подождите, а я же зажигательный сделал. Почему его нету? А, слушайте, я перепутал. Смотрите, у нас... Смотрите-ка. Значит, у нас зажигающий один, ядовитый один, разрывной 3. Офигеть, у нас... Обойма 0. А запас есть. То есть это получается у нас... Считайте, все есть. Да или нет? Ядовитый. Взрывной. Ага. Ну ладно. Круто. Так, что, берем пистолет снова и все. Лужу не будем. Так. А что тут закрыто? Ну ладно. Так, шприц. А у нас места нет, да? Так, ну ладно. Так.
Твою дивизию. Твою дивизию. Вот для чего это лужа. Давай, выходи. Я тебя жду. С пистолетик. Чё, сгорела тварь? Или нет? А, он проход сделала. Или нет, подождите-ка. Чуваки, обращайте внимание на такие гребаные пятна или что там было. Опять деталька, слушайте, шикарно. Две детальки уже. А что, нельзя? А можно. Вы что, смеетесь, что ли? Да ладно. Вы по-моему, надо мной просто шутите. Так, сейчас. Твоя дивизия, еще раз. Есть. Да это бред! То на крысе. Я не понимаю, это специально или это все. Ух ты, я тут что-то. А, шприц, да. Это специально так делается? Или это баг игры? Блин, мне вот тот чувак не нравится. Мне кажется, сейчас этот товарищ здесь будет. Так, смотрим, здесь бочка. Давайте подойдем. Ну все, хана. А давайте подождем уж. Не, не будем. Значит, он тот чувак оживет. По-любому эта тварь сейчас здесь выйдет. Давай, выходи. Твою через жопу.